сделал такую себе переноску на 12 розеток на мощное деревянное основание. Зашлифовал все красиво фрезером края, облагородил. И поставил автомат на 16 ампер, двухполюсный. Внутри проводку сделал таким толстым проводом, двойкой, диаметр многожильным. Это розетки белорусские, очень качественно выполнены внутри. Там не пайка, а точечная сварка. Вот, все продублировал, тут запаял провода. В общем, на автомате все, все качественно сделал, все супер. Вот такой хочу себе под компьютерный стол прикрепить. У меня, значит, они были две отдельных. И теперь я сделал вот на одно основание. И сбоку стола его на шурупы прикреплю.